Евгений Вривалов, капитан команды Шумбирже. Прокомментируйте итог встречи, захватывающие встречи для вашей команды, где вы как бы проигрывали, да, отыгрались на последней секунде. Получилось, конечно, интрига в матче. 2-1 вели, удалили игрока, 3-2 горели, на последних секундах сравняли. Ну, классный матч, центральный матч тура. Насколько вы считаете справедливым пенальти и красную карточку? Чистый пенальти, руками же выбил. Просто судья увидел, к сожалению. Скажите, как оцените игру вратаря команды соперника? Просто белиссимо. Лучше не видел здесь на турнире. Супер сыграл.